начали! Сила, силушка! Раз, два, два, три, два, подтянулись! Раз, два, взять! Открытие хоккейной коробки. Новое, все здорово. Ребята собрались. Сетки порванные были, шайбы вылетали, попадали в машины, в окна домов. Можно было упасть, зацепиться, порвать форму, там майку, то есть деревяшки торчали старые, то есть можно было щелкнуть шайбой и пробить и сетку, и деревяшки, там щепки отлетали, пораниться можно было. То есть сейчас все в идеале, новое, железное, приятнее будет и, как говорится, менее травматичнее все это будет. Ощущение было слабое. Допустим, одна лампа стоит одного цвета, другая другого цвета, и некоторые прям перегорали. То есть одна горит через одну. Не видно было ворот и не было видно шайбы. Уходили с катка, когда уже темнело. Жители этого микрорайона на Халтурина 24, вот эта коробка называется, адрес ее, конечно, были неравнодушны. Они хотели, они привлекали внимание общественности к строительству нового современного спортивного объекта. И сейчас вот за 2 месяца мы выстроили новую коробку, новые борта, новые сетки. На следующее лето мы уже постелим здесь искусственное травяное покрытие, которое нам тоже обещают. Дворовый спорт создает в будущем большой задел для развития, и здесь рождается дружба. Вот для детей это хороший пример, и взрослые это показывают. У нас здесь из сборной, России люди есть, ну, большие чемпионы мира есть. Поехали! Стоп! Забирается команда! Хорошо!